Я хочу подчеркнуть, товарищи, очень важную черту Ленина, как руководителя партии, руководителя революционной борьбы пролетариата, глубокую веру Ильича в революционные силы и творческие способности трудящих. Для Ленина народ не был безликой массой. Он видел в народе неиссякаемый родник талантов, из которого партия должна постоянно черпать новые силы и пополнять свои ряды. И когда кто-нибудь в разгар борьбы жаловался на недостаток кадров, Ленин обрушил на них огонь критики и требовал глубже окунуться в жизнь рабочих и крестьян, укреплять связи с массами, тогда и кадры найдутся. Ленин – это истинный, не только вождь, но истинный друг и человек среди человек. Это человек, которому было все близко, все дорого, то, что касалось широких народных масс, все, что требовало к себе глубокого аналитического внимания и помощи. Ленин – это наша партия сегодня, это те идеи и те задачи, которые мы сейчас перед собой ставим и которые в силу нашей возможности, в силу нашего понимания и умения разрешаем в интересах не только нашего народа, но в интересах всего человечества. Ленин – это история человеческого переустройства, переустройства человеческого общества на новой человеческой социальной основе. Это в будущем недалеком коммунизм. Это и есть Ленин.